Йоу, всем салют! Сегодня мы с вами слушаем Cap Town, иллюзия нормальности. Ребята представили такой вот EP небольшой из 6 треков, но с очень крутыми фитами. То есть здесь и масло черного тмина, я вообще не ожидал. Леван Горозия уже с ними записывал трек. Вот, еще один у них тут, еще одна совместка и совместка с Лизером. Вау, тоже очень интересно. В общем, я хотел сказать, всего 74 тысячи прослушиваний. Это очень мало, но это не то, что но. Очень печально, потому что пацаны реально делают годно. И я надеюсь, то, что все-таки цифры вырастет. Вот, ну а теперь давайте приступим к прослушиванию без диплома. Нарастание. Хорош бит, неплохой флоу. Уверенно, уверенно и дерзко. Вот все-таки моду на эти интро в треках запустил Скриптонит. Ну, у нас в России. Так, ну неплохое начало, неплохое. Не сказать, что прям вообще раскачало и вау, но неплохо. Послушать можно. Выруливаю. Начало хорошее. Такое более олдскульное. Неплохо. Вот эта тема. Ну тут реально такая смесь старой и новой школы. И припевчик прикольный. И звучочек такой. Прям музло 90-х. West Coast. Так, с другой стороны, ожидаем то, что музло такое будет. Я, по-моему, вообще первый раз слышу Cap Town в таком стиле. По-моему, все, что я до этого слышал, это тут такая какая-то кочевая тема. И тут так лирика, все спокойно. Душевная песенка. Серьезный такой лизер. Серьезный взрослый. Но я думал, он на припеве будет. Так, мамба. Пока все по стандарту. Но это по-любому, короче, на тачке гонять. Звук на максимум. Жирный бит. Текст, конечно, сложно уловить, поймать. Понять моментами, особенно в припеве. Классно. Подошли к интересующим меня совместкам. Так, по музлу удивляет. Это ближе к маслу. Нет, все-таки это ближе к маслу.
он в своем репертуаре прям. Я рад, что он вообще такой, а не то, что вот было на недавних синглах и так далее, то, что он выпускал, ну, такое артхаусное. Здесь пока более-менее. Неплохо. Даже не то, что неплохо, а очень интересно, заебись. Интересно слушается. Я знал, что такое выкидыш, что такое подкидыш. И вот у нас тут накидыш. Фонг. Круто. Так, ну и совместка с Ливаном Горозия. Понедельник. У него уже когда-то был понедельник на Black Star. Тут вот понедельник с Cap Town. Интересно, будет ли отсылочка к тому треку. Когда закончатся силы лететь, когда закончатся силы лететь, я опущу и не вернусь обратно. Бит хорош. Ждал какие-то отсылочки к прошлому треку. По-моему, ничего не было. Такой, знаете, что-то напоминает мне такого Kanye West или Kid Cudi, может, ну что-то такое. Такой, знаете, мотивирующий трючок. Может, потому что здесь Ливан Горозия. Классный трек, классная совместка. Вообще классный EP. Супер. Я не знаю, что еще сказать. Очень рад за ребят. Это, знаете, такие андердоги, которые уже вот, ну, постепенно, в общем, касаются такого мейнстрима. Ну, там и была строчка, кстати, у них, то, что они летают, как бы, но не забывают о подвале. Вот, здесь есть совместки с известными уже артистами, как Ливан Горозия, Масло Черного Тмина и Лизер. Вот, но при этом они все равно остаются верны вот этому подвальному стилю. Здесь очень крутые их треки сольные, и также крутые совместки, ну, больше всего из совместок мне, наверное, понравился. Блин, вот, ну, не знаю, ну, скорее всего, понедельник. И по музлу ближе мне. И, не знаю, мне кажется, он как-то, просто, может, потому что он более понятный. Вот, совместка с Масло тоже очень крутая, такая атмосферненькая. Но она для меня, наверное, на втором плане вообще будет. Ну, а с Лизером что-то как-то это не мое, наверное. Да, вот. А из сольных Мамба... А, не, выруливаю. Выруливаю, вот мне больше всего понравилось из сольных треков. Короче, пацаны показали тут вообще много всего. Разные стили. И New School, и Old School, и Фонка добавили. И лирика есть. И мотивирующие песни, и такое что-то атмосферненькое с Маслом. Короче, очень такой разноплановый EP получился, и его было интересно слушать. Пишите ваши впечатления в комментариях, как вам данная работа. Ставьте лайк этому видео, если понравилось. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.